Один из пляжей Лазаревского района. Здесь отдыхающим предлагают целый ряд услуг. В том числе, судя по этим объявлениям, купить спиртные напитки. Ассортимент широкий. Домашнее вино, коньяк, наливки, чача. Вот только прав на продажу таких товаров у хозяина палатки нет. Более того, алкоголь хранился с явными нарушениями. Алюминиевые бочки для вина ранее использовались для транспортировки и хранения заводского пива, о чем свидетельствовали выбитые надписи. Сорта вина были промаркированы от руки обычным маркером. Вино виноградное, натуральное, белое, очарование. При проведении дальнейшей проверки полицейские обнаружили 5-литровые пластиковые емкости с этикетками минеральной воды, в которых тоже находилось спиртное. Здесь же в павильоне производилась расфасовка в мелкую тару для индивидуальных клиентов, о чем свидетельствовало большое количество пластиковых крышек. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и лицензии. Алкоголь изъят, материалы переданы в суд. Мы просим всех жителей и гостей города сообщать нам информацию о подобных торговых точках и ни в коем случае не употреблять так называемые экзотические напитки, которые реализовываются на территории некоторых пляжей. В ходе одной только проверки на одной точке было изъято 640 литров спиртосодержащей продукции. Такие рейды в Сочи проходят с начала лета в рамках операции «Курорт-2016» на всех пляжах Сочи. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.